с удовольствием хочу представить вам кандидата нашей партии на пост президента Республики Молдова Дмитрия Чебошенко. Сегодня большой великий праздник, Рождество Богородицы. Поздравляем всех именинников, которые носят имя Мария, Маша, Маруся и другие. Вот, желаем всем жителям коммуны благополучия, здоровья, всего самого хорошего и всему населенному пункту, всей коммуне, здесь 5 сел входят в вашу коммуну, чтобы давайте поближе к нам. Тоже они восстановились, потому что сейчас тяжелое положение у всех, я понимаю, чтобы началось Спасибо. Восстановление и развитие вашей коммуны. Мы заметили, что у вас очень много молодежи, много ребят, и я надеюсь, что эти ребята занимаются футболом. И так как знаем, что эти деньги примар хочет направить именно на ремонт, на реконструкцию стадиона, на восстановление стадиона. Я надеюсь, что эти деньги вам помогут. К сожалению, центральные органы власти, они забывают про людей, которые живут в населенных пунктах. Им где-то наплевать на то, как они живут, как развивается молодежь, как развиваются населенные пункты в нашей стране. Но вы должны помнить одну очень важную вещь, что Ренат Георгиевич никогда вас не оставит. Он всегда будет рядышком и помогать в меру его возможности. Еще раз с праздником вам и удачи. Спасибо. Это вам. Спасибо. Сегодня большой праздник, Рождество Богородицы. Во многих селах и населенных пунктах Молдовы проходят храмы. Мы тоже сегодня много ездим в 5 населенных пунктах, где примар от нашей партии. Мы там побываем с подарками, с концертами. И везде от имени фонда Рената Усатова вручаются сертификаты на помощь, на большие суммы. То есть мы видим, что села, они очень неустроены, много проблем. Там дорога разбита, там стадион надо восстановить, там детскую площадку. Везде не хватит никаких денег, никакого фонда. Но это посильная помощь, она, конечно, везде с благодарностью принимается. А если говорить в общем, то, конечно, всем этим должно заниматься государство. Государство не занимается развитием наших населенных пунктов. То есть на прием к Ренату Усатому записано 1000 людей. И все они хотят, ну все с какими-то просьбами о помощи, там, операцию сделать, какую-то денежную помощь матери, спортивная команда, что-то построить, что-то починить. Но не может один усатый заменить собой и Министерство здравоохранения, и Министерство социальной защиты и семьи, и Министерство молодежи и спорта, и Министерство транспорта, и Департамент чрезвычайных ситуаций. То есть мы в том числе идем на эти выборы для того, чтобы восстановить роль государства. Таким решением таких проблем должно заниматься государство. А частные благотворительные фонды, они как бы дополнительную роль в этом должны играть. И, конечно, приветствуется частная благотворительность, но ключевая роль должна быть за государством.